Здорово! Сегодня видео у нас будет тест-драйв вот такого крафтеца на 6 барьерах. В общем-то, сегодня мы будем дефать нашу команду. На этом крафтеце у нас стоит бивень, 6 барьеров, гепард, 4 затворника поворотных, заряд, генезис, маленький хамелеон и слухач. Все это собрано на 8251 очко мощи. А за основу я взял вот такого дроновоза. А есть он на выставке под вот таким вот названием. Его собрал Лорд Сибирь. Если хотите, можете посмотреть, у него есть еще и другие крафты. Ну а мой крафтец называется вот так вот, немножко усовершенствованный. Если вам он понравится, можете скачать. Ну а мы погнали тестить. Кстати, кто хочет, заходите в наш Discord сервер, ссылочка есть в описании. Там мы будем скоро разыгрывать боевой пропуск, Мортиса, Спрута, премки, наклейки, в общем-то много-много всего. Поэтому, кто хочет поучаствовать, заходите, ссылка есть в описании. Ну а тактика у нас сейчас очень простая. Будем сейчас дефать нашу команду. Так, Батяра, давай я тебе закину пару барьерчиков. Будет пока что в качестве приманки чисто. И поехали мы, наверное, к нашему кайдюшнику. У нас кайдюшник в команде. Здравствуйте, криогенушка. Вот вам барьеры. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот сейчас тебе барьеров, мне кажется, нужно побольше понакидать. Вот так вот. Все хорошо. Урон впитывается. А мне как раз-таки за то, что они стреляют по моим сферам, дают очки за бой. То есть это мне прям на руку. Хорошо, я криогену, в принципе, смотрите-ка, спас. Если бы не мои барьеры, мне кажется, его бы уделали. Но я эти барьеры могу вообще практически до бесконечности накидывать, потому что пока одни работают, другие идут на перезарядку, и у меня все вот так вот работает. Блин, я застрял тут немножечко. Криоген, давай. Молодец. Короче, тактика вот такая, вот максимально простая. Я дефаю вот таких вот союзов, у которых кайдзю, там у нас еще Астрей есть. Я их постоянно буду дефать, их никто не сможет завалить. Они будут хорошо так настреливать. Вот этого чувака завалите, пожалуйста. Все, спасибо. Так, и у нас еще 4 человека осталось. Давай, минус еще один. 2 человека осталось. Кто следующий? Ну-ка, ну-ка, попробую затаранить. Блин, не получилось. Барьером его поймал. Нет, выехал все-таки. Давайте. Ну вот и закончился первый бой. Вроде как я неплохо так отдефал даже. У нас победа, 679 очков за бой, 5 место. Едем дальше. Ну и в чем же заключается данный баг? В общем-то, в идеале, когда мы закидываем барьер, весь урон, который по нему прилетает, должен впитываться. И когда человек с противоположной командой заезжает внутрь сферы, барьер уже не должен блокировать урон. Но это было до обновления. Сейчас же барьер на некоторых пушках, не на всех, блокирует урон даже когда человек находится внутри сферы. И таким образом мы можем глушить противника и защищать союзов. Также мы можем сидеть в самой сфере и сидеть, пока нас оттуда не выпнут. В общем-то, тактика такая, будем постоянно глушить противников и также дефать союзов. Ну, короче, все центры уже свалили, потому что поняли, что практически весь урон блокируется. Давайте тогда союзом закинем барьеры. Центра сейчас уже нету смысла закидывать. Хотя нет, смотрите, там кто-то базу только что крутил. Давайте съездим на разведку. Пацаны, я вам сферы пока что закинул, у меня перезарядочка. Можно и скататься куда-нибудь. О, собрат по разуму тоже на барьере. Ну-ка, ну-ка, у тебя что? У него ураган стоит. Так, ну, слушай, братан, что-то мне этот барьер не нравится. Стоять. Хотя, что за тобой гоняться? Ты нам особо-то, я думаю, ничего не сделаешь. Надеюсь, по крайней мере, я лучше союзом помогу. Там еще пол команды нужно завалить. Ну-ка, пацаны, главное, не бегите. Я же сказал, не бегите, самые первые, это ё-моё. Сейчас попробую спасти, конечно, но не факт, что получится. Давай, 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 добить осталось, острейщик. Все, дефался, молодец. Здесь у нас кто-то приехал. Нет, блин, панацейщик, ну ты не вовремя нашего козюшника забрал. Зря я, наверное,
поехал, нифига себе, я его завалил, блин. Я уже такой думаю, нафига я туда попёрся, сейчас меня примет этот панацейщик. Как его затранил так сквозь панацейку. Ладно, повезло. Так, у нас еще архитектор целый и строящик полуживой. Вот этого нужно обязательно забирать. Вот этого нужно прям по любасу забрать, иначе мы помрем, пушкаря. Так, архитектор, я верю в тебя, на своих верзилах, я надеюсь, ты затащишь, потому что ты единственный боеспособный с пушками союз. Так, он что-то остановился. Я тебя понял, архитектор, ты вообще красава. И что мы делать-то будем? Ну-ка. Есть. Повезло, опять же. Так, еще осталось два человека. Вот ураганщик один. Ну-ка, давай, спасаю. Барьеры поставил. И второй, я надеюсь, это не какой-то фуловый дробовод. К ураганщику-то я сейчас, пожалуй, наверное, съезжу. Наведаюсь. Давно не виделись, слушай. Ты тут что нашего союза добить решил, а? Сейчас я тебя затараню. Есть. Один ураганщик остался. Того чувака добили. Вот куда ты бежишь? А ну стоять. Где он? Мартелло, ты где? Я его вообще не вижу. А, вот, вижу. Что-то двигается. Все замечательно. Побежать? Нет, не сегодня. Все, промазал. Какие-то ракеты, конечно, попали, но основная часть полетела не туда. Вот зараза-то, а я хотел его вот так вот на перехват взять, он все-таки увернулся. Ладно, поехали, наверное, на базу, потому что он так и так туда приедет. Будем базу захватывать, и, ну, ему, в принципе, деваться некуда, он сюда сам припрется. Так, где союз-то наш? Что-то я не вижу нашего паучка. Где? Я не вижу его, пацаны. Мне тут поставили, вот, вижу, все замечательно, здравствуй. Ну все, давай, погоняемся, барьерчик. Ну-ка. Где там твои ракетки, брателла? Что-то как-то не видно. Все ракеты прилетели в барьер. Ну-ка, вот это опасно. Я мог сейчас раму потереть спокойно. Ладно, повезло, опять же, вообще фартовый бой. Ну-ка, стой, я тебя захотел затаранить. Все. Замечательно, я его поймал. Так, давай, взрывай его только, пожалуйста. Давай. Да ё-моё, да взорви ты его, давайте ему, наверное, в чатик даже напишем, взорви, пожалуйста, давай. Ну он сейчас убежит быстрее, давай. Да боже, да что ж такое-то? Я один остался, и чё делать? Ладно, буду как-то пробовать его таранить. Блин, да почему так всё? Вот главное еще не нарваться на него, чтобы он меня не подорвал. Так, у него урагана нет, ну все в принципе. Мы по базе выигрываем. Главное не накосячить. Сейчас я его попробую даже вот так вот затаранить. Слушай, братан, ты какой-то супер-мега живучий. Вот что ты тут пытаешься сделать? Ну ничего у тебя не получится, надеюсь. Да, брателла, я тебе колесо уже отпилил. Давай, в гараж, бочку взорвал. В гараж давай. Все. Ну, есть, я его домучил. У нас МВП, ё-моё, на барьерах МВП. О, 2700 очков за бой. Вот это было топово. Едем дальше. Не, ну прошлый бой был, конечно, вообще топовый, мне понравилось. Так, батяра там, давайте, пацаны, на всякий случай вам закину. Блин, кому-то все-таки досталось. Ладно, давайте поближе подъедем. Бота вот этого устранили. Мне кажется, вот здесь вот будет хорошо настреливать, даже ехать никуда не надо. Пацаны, вот вам еще барьерчики. И это, так сказать, ваш офис, ваш кабинет, где вы будете работать. Я вам буду доставлять вот такие вот... сферы. Забавно, конечно, звучит. Так, у вас тут закончились, да, сферы, пацаны? Вот, еще добавочка. Держите, вот. Так, работаем. Че, прохлаждаемся? Давайте, кайдзю. Я вам зря, что ли, тут офис арендую? Вообще ничего не делал. Опаньки, к нам заявились коллекторы, видимо, я не знаю, кто это. Так, вставай, давай. Все, уделали. Идем дальше, кто следующий? А мы, кстати, уже полкоманды уделали. Пока мы тут крутились в этом офисе, никто даром времени не терял, и наша команда там даже половину команды другой завалила. Так, вот сейчас к нам уже ворвались прям знатно, давайте барьеров вот так вот наставили. Дофига, криоген, давай настреливай уже, пожалуйста. Вставай, хватит валяться. Ну ё-моё, чё за куча мала тут происходит, пацаны? Меня зажало, блин. Барьеры ставим, все ставим, бак, я надеюсь, меня спасет. Какая-нибудь пушка по мне не будет стрелять. Блин, спасибо. Да хуер, иди отсюда тоже, все лесом идите. Капец, как я еще живой. Так, реаген, тебе нужно, я думаю, защиту. Держи, все замечательно. Хорошо. Ну а теперь можно уже стреляться. Я выехал, защиту поставил. Давай, реаген, вся надежда на тебя. Кайзу сейчас, я думаю, затащат. У союзов там блокчейн что-то один остался. И все. Больше союзов нет. О, к нам ворвался. Давай. Криоген.
Пожалуйста. Еще и этот Хойер зачем-то приперся. Нужно защиту срочно ставить. Сейчас ему достанется в бочину. Блин, все-таки прилетело. Держи. Все, накидал тут куча этих всяких сфер. Ну, давай кого-то. Есть, молодец, уделал минус один. Еще один остался. Где он? Так, он с другой стороны. Фу, мы отдефались все-таки. Здравствуйте. А вот последнего осталось добить. Чувак, давай, помирай, пожалуйста, уже. Нам тут... Во. Нам тут уже все это надоело. Давай, добивай, криогенушка. Хотя не, я его попробую сейчас толкнуть. Брателла, давай, полетели! Хо-хо-хо, нормально. Так, он еще и в воздухе помер. Победа! Не, ну тоже красивый бой получился. У нас 666 очков за бой, символично. Едем дальше. Кстати, не так давно мы уже катались на барьерах, и мне они, в принципе, понравились, но не так сильно, как сегодня, потому что в тот раз я катался просто с какими-то рандомами. Сегодня я катаюсь с нашей командой, и здесь мы уже более-менее понимаем, кто что от кого хочет, кто какую функцию выполняет, и сейчас я думаю подобраться поближе, чтобы криоген смог лучше настреливать, вот сюда вот куда-нибудь, пока они по нам не стреляют, можно передвинуть нашу защиту. Давай поближе, поближе, все замечательно. Плюсом, смотрите, союзы у нас слева объезжают, а пока они по мне стреляют, они их вообще не палят. То есть мы как отвлекалово сейчас работаем. Ну, пацаны, сейчас вам достанется. Все, я думаю, больше не нужно ближе подъезжать. Это оптимально. Буду чисто здесь вот так вот защиту выстраивать. Все, замечательно, союзы к ним слева тоже поехали. Они там что-то сопротивляются, но вроде как у нас пока что преимущество. Так, криоген все замечательно настреливает. Барьеры там открылись. Почему-то один барьер не работает, только два. Не знаю почему. Ладно, пофигу. Идем дальше. Все! Наша тактика сейчас сработала. Три человека всего лишь осталось. Их, получается, с двух сторон просто зажали и все. То есть моя тактика отвлекала вас, сработала. Так. Давайте защита. Все замечательно. Ну, хотя она уже, в принципе, не нужна. Можно просто эти барьеры ставить. Как только хочешь. Один чувак, по сути, остался. Второй, я думаю, там где-то валяется недобитый. Здравствуйте. Вот так вот. Блин, пушка у него не отлетела. Я думал, сейчас отлетит. О, как и хотел, в принципе, ему барьер вот так вот подсунуть, чтобы он закрутился, завертелся. Но он все-таки убежал. Молодец. А вот и все. Пушек у тебя нету. А где еще один-то у нас последний? Давайте этого добивайте. Ага. Здесь где-то. Ой-ой-ой-ой. Это Хайрас на ассемблера, кстати, серьезный соперник. Ну-ка. Как он сейчас взорвался, я вообще как-то его боком протаранил. Ладно, я не против. У нас победа. Косарь очков за бой. Едем дальше. Сейчас, я думаю, нам можно попробовать сунуться в центр. Я постараюсь обеспечить безопасный проход. Так, пацаны, давайте, давайте. Поехали, поехали в центр. Все, союз тоже с нами едет. Главное ехать толпой. И закинуть сейчас барьеры так, чтобы можно было проехать. А то я могу сейчас посередине закинуть, что все застрянут. Так, 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 закидываем. Все, хорошо, никто не застрял. Давай, криоген, стреляй. Он в защите. Пока что все зашибись. Сейчас нужно будет еще вот так вот сделать. Замечательно. Четверная была защита. У меня перезарядочка. И, наверное, вот сюда сейчас еще закинем, чтобы блокировать их урон. Вот так. Давайте, 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 пацаны, все пока что идет по плану, зашли мы хорошо. Я закинул еще барьеров, у меня перезарядка. У меня парочку барьеров можно закинуть. Так, нашего тут мусолят, блин. Один отстал наш союз. Ну елы-палы, ты приехал что ли? Сейчас, погоди, попробую спасти. Хотя тут уже спасать нечего, полкрафта осталось. Ну, братан, я пытался, но не успел. Давай, живи тут, хотя... Мне кажется, рациональнее сейчас как раз-таки поехать к нашему криогену, у которого кайдзю. Там башня грохнулась на кого-то. Да-да-да, туда его. Стой. Стой, кому говорю. Куда поехал-то? Ну, зараза-то. И по мне, главное, не стрелять. На тебе. Так-так-так-так. Затормозил. Давай, криогенушка там, я не знаю, на кайдзю стреляй по нему, пожалуйста. Нет, ну ехал все-таки. Ну-ка. Ассемблеры знакомые, погоди. Здравствуйте. Блин, не получилось. Давай быстрей. Все, он в землю стрельнул, не попал. Давай, добивай, дробовод, пожалуйста. Молодец, этого тоже обезвредили. Где-то еще у нас последний остался. О, вижу, это пушкарь как раз-таки наш знакомый. Давай, я тебя защищаю. Ну, хотя тут даже и барьеры не нужны. Он и так проиграл, я думаю. Давайте, мусолим его. Ну, в итоге мы зашли красиво. Вроде как безопасно даже все получилось. У нас победа, правда, у меня очков за бой немного. Ладно, едем дальше.
новая карта, многие на ней еще не катались. Вот я уже, какой получается, четвертый или пятый раз еду. Пишите в комментарии, как вам эта карта. Мама, я в Ютубе, в телеке кто-то пишет. За сегодня, наверное, написали, ну, раз 10 уже, я серьезно. Так, попробую сразу две точки дефать. Я не знаю, конечно, хватит ли меня, успеет ли у меня перезарядка быстро проходить. Да ё-моё, колбаса, ты что ты делаешь-то, ботяра? Чё ты делаешь на всей колбасе? Боже, чё ты творишь? Всех союзов тут перемешал. Вот это колбасятина паровозная от бота. Так, реагену закинул, все хорошо. Ну, я так понимаю, две точки мне дефать не получится. Ладно, тогда буду дефать одну. Пока что можно даже не закидывать барьеры, в принципе, потому что все месиво идет там, и по нам никто не стреляет. Ну ладно, я буду закидывать. На весь тобой, мне кажется, барьеров мне хватит. Так, вот сюда, наверное, поближе закину. Сейчас как раз-таки по ним сейчас месиво будет. Пацаны, вот, держите. Подарочек небольшой. И вот теперь нужно закидывать сюда. Здравствуйте, это вам защита. Тройная сразу. Вот сейчас они к нам уже поедут. Они уже начали ехать. Давайте, пацаны. Теперь зависит все только от вас, как вы будете отстреливаться, потому что я защиту вам обеспечиваю вообще спокойно. Так. Ну, пока что примерно одинаково у нас все идет. Хорошо, отбились. У нас там базу берут. Можно, в принципе, поближе поехать. Вроде как трое осталось. Больше никого я не вижу. Ну, поехали тогда, криоген, давай за нами. Надо только ему тоже аккуратненько заходить, прям на пролом не ехать. Мало ли там что. Но мне кажется, нас большинство, поэтому мы выиграем. Так, замечательно, минус один наш. Вот он как раз таки и поехал, самый первый. Так, криоген, давай. Аккуратненько, вот тебе барьеры, настреливай, главное не косячь. Есть, первый залп он дал, удачный залп. Здесь у нас медианы. Еще я тебе закинул. Давай, держись. У меня перезарядка идет. Но только у меня уже барьеры начали заканчиваться. Сейчас, блин, они прям к нам приезжают, смотрите. Где союз-то еще один? Давай, союз, помогай им. Я не справлюсь. Ага, понятно, союз тоже полуживой. Нет, его вытолкнули. Вытолкнули. Не... Да елы-палы. Не получилось, конечно, задефать криогена. Я пытался, но его вытолкнули просто из сферы. И тут уже ничего не было возможности сделать. Так, ну, я последний. Смысла кататься, я думаю, нету, поэтому давайте-ка развернемся, может быть, кого-нибудь затараню. Так, здравствуй. Да, не получилось, к сожалению, у нас поражение. Но такое тоже бывает, у нас 525 очков за бой, 4 место. Едем дальше. Карта попалась четко под барьеры, давайте-ка попробую вот сюда закинуть. Сейчас, мне кажется, нужно именно сюда закидывать эти барьеры. Все, хорошо, прокинул. Пацаны, давайте, защита есть на какое-то время. Нужно, мне кажется, еще подкидывать туда. Но мои барьеры пользуются спросом, уже по ним стреляют. Давайте, пацаны, сейчас временная вот такая вот передышка. Закидываем, давайте, и стреляем. Вот у нас здесь дикобразы, их нужно остерегаться. Запомним. Так, у нас пока что никто даже никого не завалил. Давайте вот сюда вот будем пробираться. Я попробую сейчас, возможно, даже кого-то затаранить. Пока там союзы что-то стремаются ехать, я попробую кого-нибудь завалить. Так, а где все-то? Мне главное за что-то нашивки дают, хотя барьеры уже давно не работают. Так, здравствуй. Что ж ты не взорвался-то, ё-моё. Ладно. Так, союзы, кому закинуть барьер? Говорите сразу, блин. Они ездят быстро, и барьера нету смысла закидывать. Так, вот этого я не могу добить, сколько уже за ним катаюсь. Чувак, да стой уже. Хватит тут от меня убегать. Есть, я его подорвал наконец-то. Так, минус один. Идем дальше, здесь у нас... Пока что вообще барьеры мои не нужны никому. Вот сюда. Прокидываем. Союз, давай. Беги. Хотя сейчас эти барьеры понадобятся больше мне. Давай, давай, стреляй. Молодец. Союз, помогай его домусоливать. Так. У нас там пишут, помоги. Сейчас, погоди, криоген. Ты куда вообще умотал-то там? Офигеть, у нас тут месиво идет, а он там где-то стреляется. Сейчас, погоди. Бежит, бежит, смотрите, смотрите. Как он успел написать и еще... Тапку в пол жать. Так, закинул. Криоген, давай. Накидывай там урон. Я тебе кабинетик сделал. Все, давай. Замечательно. Так, сейчас еще тебе прокину. Успел, самое главное. Было бы печально, если бы я не успел. Ага, тут у нас достаточно серьезные соперники, поэтому барьеры здесь явно нужны. Так, ну куда ты-то поехал? Ну что ж вы прям на пролом-то на дальнем оружии претесь? Ладно, давай, попробую спасти. Хотя тут уже спасать опять же нечего.
кусок крафта остался. Беги, беги, беги. Дракашка такая. Так. Ну давай, Криоген, завершай. Один чувак где-то остался. О, вижу. Ну, правильное решение, чувак. Правильно. Взрывайся давай. Есть, минус. Победа. Отыгрались за прошлый бой. У нас сколько очков за бой? 771 очко за бой. Едем в последний бой. Ну давайте последний бой откатаем. На этой карте мы уже были. По той же самой тактике закидываем в центр сферы. Пацаны, сейчас вам тоже сверки вот сюда вот закинем. О, Криоген, ты куда полетел-то? Так, встал, хорошо, давай тебе сферу закину. Все, наслаждайся. Здесь у нас сферы закончились. Сейчас мы заблокируем их урон. Вот так вот, все. Пацаны, давайте настреливайте. Они по вам не могут настреливать. А вы можете? Изи фарм урона. Так, все, одного уделали. Идем дальше. Еще сфер подкинем. Пацаны, давайте, давайте, стреляйте. Активнее, активнее. Мне больше очков за бой нужно. Так, здравствуйте. Пацаны, давайте поближе. А то тут что-то... А, нет, не надо. Тут у нас скорб приехал. И гида хорошо справляется, вообще весь урон впитывает. Так, вы подъехали. Давайте, давайте, давайте. Десант! Я вам тут накидал всяких сфер. Давайте, грохайте. Вот, скорб не надо, пожалуйста. Блин. Одна эгида отвалилась, вот это вот. Ну, не эгида, барьер. Так, закинули. Давай, Криоген, прячься. Минус один, замечательно, по дороге завалили. Не-не-не-не-не, блин, его сейчас вытолкнут. Нет-нет-нет-нет-нет, давай назад. И сразу ныкаться, смотрите. Так, давай еще сейчас подкидывать буду. У меня перезарядочка пока что. Погоди секундочку. Они его, походу, выталкивать сейчас будут. Смотрите, что они творят. Одну мою эгиду вот эту вот сбили. Я застрял, да елы-палы. Ну, ё-моё. Давай, заканчивайся, все. Так, вы что тут потолкаться решили? А, кстати, вот смотрите, мельники внутри сферы даже не могут стрелять. Криогену кольцо отстрелили, да как так-то? Но это все, походу, слив. Потому что Вильям, я думаю, не завалит всю команду, которая уже на том свете. Я один тоже не затараню всю команду. К сожалению, в этот раз мы проиграли. Так, пацаны, ну давайте побегаем чуть-чуть, поприкалываемся. Ну-ка, хамелеончик сейчас будет, все замечательно. Он реально не увидел, где я. Чувак, привет, я здесь. Блин, а жалко, я эгиду не могу поставить. Да ё-моё, я хотел покататься еще. Давай, вставай. Если поставил эгиду, давайте, пацаны, мусольте меня. Давайте, давайте. Как дела? Есть, все-таки они меня домусолили. Весело получилось, ладно. 890 очков за бой. Погнали в гараж. Ну, какой-то вот такой вот видосик у нас получился. Пишите в комментарии, как вам барьеры. А, в общем-то, сегодня я вообще не стрелял. И защищать союзов мне, в принципе, понравилось. Для меня это что-то нестандартное. И поменять тактику ведения боя, мне кажется, самое то. Также иногда срабатывает баг. Конечно, не на все пушки работает, но на некоторые. И этим багом можно попросту изолировать вообще всех. То есть, если даже человек зайдет в сферу, он не сможет стрелять. Потому что у нас сейчас как-то снаряд телепортируется у некоторых пушек и взрывается о конец сферы. Как-то это все странно работает. Мне кажется, скоро это все пофиксят. Но пока это все у нас работает, можно вот так вот поприкалываться, покататься. Мне кажется, после этого видосика у нас барьеров будет в рандоме очень много. Сейчас вот к сравнению давайте посмотрим, барьеры насколько стоят. Так, барьер не так пишется. Ну-ка, барьер. Барьер стоит пока что 528 голды. Посмотрим, сколько он будет стоить после видосика. В общем-то, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.